Я, как всегда, сижу в Инстаграме, и для кого-то это покажется смешно и непонятно, но мне это, я не знаю, удивительно, наверное. В общем, я подписана на майонез. Подписана на майонез. Там всякие рецептики выдаются и все такое. И вот смотрите, какой рецепт они нам предлагают. Это испанский майонез, испанские рецепты. И какой салат они нам предлагают. Мимоза! Прикол! Инсалада мимоза. Смотрите, я вообще в афиге, если честно. А, нет, это вот видите, это уже другое. Фидеос кон вердурас. Это макарошки с овощами. Гаспачо из дыни. Вот, это все с майонезом. И салат мимоза. Обалдеть! Ну надо же, а! Так глядишь, и через несколько лет и селедка под шубой будет. Интересно, селедка под шубой, как бы ее перевести? Аренки под шубой. Дебаху де абригу де пье. Селедка по-испански аренки. Шуба абригу де пьель. Entonces, поэтому, ну, в общем, длинное получается название, но удивительно. Мимоза, представляете? И вот прям так, только, наверное, мы слои по-другому делаем, потому что здесь тунец вот почти он самом верху. Первая идет картошка. Вот так вот. Классно. Прикол, знаете, еще какой? Такая, говорю, что-то я замерзла, надо чаю попить. И что я сделала? Достала мороженое. И слямзала мороженое? Да. Ну что ты так на меня смотришь таким взглядом? Иди целоваться. Давай, иди целоваться. Иди целоваться. Давай, целоваться. Давай целоваться. Давай целоваться. Будем целоваться. Да, целоваться, миловаться. Все? Все? Поцеловались? Все, поцеловались? А теперь знаете, он что хочет? А, нет, не все. Ну нет, не все. Не все. Чучу ему надо. Чучу? Мама кумер чучи? Си? Чучи? Мама кумер чучи. Донде ста чучи? Донде? Донде ста чучи? Мама, донде ста чучи? Перо донде? Это, кстати, это. Хлорка. Бинга, донде ста чучи? Чуч, донде? Мама? Мама кумер чучи? Мама? Бинга! Маму! Ты такой уже приготовился, вкусняшку! На тебе печеньку. Это уже время печеньки. Я, как всегда, у меня тут мусор. В данный момент это будет эти стекло. Так, что мне тут? Еще не закипело. Потому что я так на режим поставила тушение. Ничего, у нас еще целая ночь впереди. А теперь точно кофе попью. Полился мой мини-огородик. Это герань. Лучок зеленый. Мне так нравится, когда вот такие вот так вот низко облака. Или как это все назвать. У нас дождик закончился. Ветра нет, но на улице так 13 градусов. И вот мне вот так нравится, когда вот такие вот облака, смотрите. Какое-то, знаете, как волшебство какое-то. Вот так вот они внизу, низко. Красота. А за ними вот еще горы. Классно. Правда? Видите, везде дымок. Вот дымок. Там дымок. Эти камины топят. Вот у этих тоже труба дымок. Камин, наверное, есть. Вообще как-то странно, да? Как можно в квартире камин сделать? Ну, вот у многих есть, смотрю. Как-то делают, не знаю. Соседи все убрали. Мне, знаете, что хочется? Поставить лестницу. И залезть туда, посмотреть, как у них там.
Вот, блин, прикол. А что, интересно? Вам разве не интересно? Мне вот лично интересно было бы слазить и посмотреть, как у них там. Так пахнет свежестью какой-то. Морозный даже, я бы сказала. Там море. Гулять, естественно, мы не пойдем, потому что вот как тут их чувствую, опять капли капают. Капают, капают, капают. Красота. Вы не поверите, но я все варю. Уже четвертый час варю. Варю и варю. Вот, уже морсию нашла. Это кровяная колбаска. Заморозки. А кто тебя включал? Чего я не хочу. Я уже вот достала мясо. Морковка уже давно сварилась. И вот две морсики достала. В заморозке у меня все есть. Выбрала все кости. Кстати, вот эти вот кости, они все выбрасываются. Смотрите, здесь даже мясо есть, все дела. Видите? Но так как это соленое, выдержанное мясо, оно не идет на еду. Это все выбрасывается. Что, все, что связано с хамоном или выдержанное мясо, все это выбрасывается. А хорошее съедается. То есть вот косточки я положила, курица здесь. Вот. Это вот они едят вот так. Вот морсию завтра отварю. Так как это на завтра, морсию отварю на завтра. Что ты хочешь? На улицу? Ты только пришел оттуда. Кебас он у вас? Сыр он у сыр? Баракая уно. Два сыр пипи? Только пришел. Так вот каждый день. Скучно ему. Не пошел. Бендаки, бенга. Беняки. Ясто. Понюхал, хватит. Он знаете, зачем это так ходит, так делает? Чтобы это. И кемас? Кеауроке? У нас собака еще та. Короче, я сейчас, когда крачок-то разделывала, и что вы думаете? Думаю, кожу дам Чарли. Хрен наны, он говорит, жри ты ее сама. И не съел. Не то, что не съел, он даже ее не... Он так посмотрел, типа, нифига себе, ты не ешь, а я буду есть. Не. Ну так вот, дворняжка-то. Блин, как это все пахнет. Нереально, я уже туда картошечку добавила. Завтра будем. Кайфую. С луком, знаете, вот так вот в прикуску. Ах. В общем, взрыв мозга. Буду посуду сейчас мыть. А может, хотя и чайник не зря это начал кипеть-то. Может, и чайку долбанем. А то я что-то сегодня мало чая пила. Выпьем. Быть чаю. Вы знаете, сижу сейчас в Инстаграме там, да, лазю, все дела, и как будто смотрю, как будто, знаете, параллельная реальность какая-то, потому что мы тут сидим, как говорится, закрытые, то там закрыли, то тут закрыли, маски, хераски, дистанция. Смотрю в России все на этих, причем я смотрю статистику. В России рекорд там зараженных, в России рекорд там умерших. Потом смотрю сторис. Все на коньках, все на улице, никаких ни масок, ни херасок, ничего. И как-то, знаете, как-то я не понимаю, я, если честно, даже не понимаю, что происходит в России. Что там происходит? Весь мир, там Германия кричит, а у нас там все... Эти больницы переполнены, некуда людей класть. Там другая страна, там Франция кричит, а у нас там туда-сюда, там Каталуния вообще закрыта-перекрыта с сегодняшнего дня, там у них тоже нельзя из города в город переезжать. Нас не сегодня-завтра закроют, то есть завтра будут разговаривать об этом. Смотрю, в России все на коньках, все гуляют, все на каких-то развлекательных мероприятиях. Причем я не говорю о каких-то там, знаете, городах там далеких, маленьких, а говорю о Москве, там, Подмосковье ближайшем. И что-то как-то я вообще не понимаю, что происходит.
Вообще. Как так? Пишите в комментариях, кто с России. Что у вас там происходит? Что на самом деле? Потому что у меня вот есть, правда, знакомая, работает она в этом, медсестра. Она говорит, у них кобздец, трындец, нету таблеток, нету ничего, вообще ничего нету, лечить нечем, этих коек тоже нету. Не знаю. Вот честно, не знаю. Ой, я почти тем это. А я еще сегодня классный ТикТок сняла. Вот прикольный, оборжаться можно. А ссылочка внизу. Заходите, смотрите. Прикольно. Я, знаете, там в ТикТоке дурачусь. С ума схожу. Как говорится, скучно, скучно, гулять не пошли. Встала, ТикТок сняла. Это заняло буквально 15 секунд. А людям смешно. Да, моя рыба, ты тоже с ума сходишь? Скукота еще та, да? Ты то туда, то сюда с этой игрушкой. Ой, давай еще тебе кину. Вот, вот так вот и играемся. Ну что, это уже готово. Смотрите, это очень вкусно. Я добавила и нут туда уже. Видите? Ой, не видите. Теперь видите. Так, не потеть еще. В общем, вкусняшка такая. А вот у меня мой нут остался. Вот эта тряпочка. Не выглядит не презентабельно, но она из натуральных тканей. Это натуральная ткань, этот хлопок или лен. Хлопок. Ее сейчас просто я средством моющим постираю и высушу, и все. И до следующего раза. И вот из нута можно готовить все, что угодно. Он очень мягкий, сваренный. Прям как тает во рту. Я обожаю такой нут. А вот это вот второе будет блюдо. Видите, тут разное мясо. Вот этот жир тоже едят, представляете? И он должен быть вот такой вот мягонький. Мясо разное. Вот это вот свинина, это, по-моему, говядина. В общем, все на свете. И морсия, которая размораживается, тоже ее завтра просто отварю, и все. И вот такая вкусняшка получается. Да и ноху. От иноху там даже... Ой, что это такое? Ничего и не осталось, как бы его и незаметно. Ну вот он есть. Как укроп. Все, сейчас это прокипит. Потому что я там ковырялась, доставала все. Вот, и все, и готово. На завтра нам вот такое блюдо. 4,5 часа, друзья. Все это готовилось. А нут можно сделать, тоже приготовлю на днях. Будет вкусняшка. Видите, сколько блюд из одного бульона. Бульона. 4,5 часа варки. Всегда нут так варю, всегда. А так его вылови там, не выловишь. А вот эта сеточка, классно, я ее в китайском покупала. Но она во всех есть в магазинах. Мне однажды я купила такое, муж увидел так в раковине, он посуду мыл и выбросил. Он говорит, а что это за фигня непрезентабельная, что это за тряпка такая, такого цвета, и выбросил. Я говорю, дурак! Это говорю специально. А вот поэтому я всегда ее сама теперь мою, чтобы опять она в мусорку не отправилась. Я уже чай попила. И все, пойду я монтировать влог, потому что уже довольно-таки поздно. Что-то прям даже жарко с чая стало. И пойду принимать, хотела сказать, солнечные ванны. Ой, блин, душ. Душ. Купаться, в общем. С вами я прощаюсь. До завтра. Опять завтра на работу. Вот. Ну ничего. Все замечательно. Не смотри. Всего самого наилучшего и всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. И надеюсь, что вам понравился мой влог. Если вам действительно понравилось, жду от вас ваших комментариев.